а нации сожгли Вашингтон во время англо-французской войны. Я что хочу сказать? Вот такой, как Пригожин сделал. Вот, например, выставить какую-то, я не знаю, какую-то часть, дивизию, полк, которая пойдет на Москву, просто пойдет на Москву, чтобы страх навести. Понимаешь, это не то, чтобы держать какую-то территорию или просто рейд сделать в случае удачи, войти туда, там шороху навести и выйти. Вот в этом случае я сказал бы, что-то такое может произойти серьезное. Но я не знаю, насколько решаться и насколько это возможно в 21 веке. Мне кажется, что мы знаем приблизительно, что около 500 километров, да, там подразделение должно быть достаточно мощное и снабжено должно быть хорошо, потому что боекомплект должен быть очень большой. Но это подразделение камикадзе должно быть, оно идет. Да, это практически, я думаю, что будет дорога в один конец. Ну, сложно. Мы сейчас, конечно, можем много на эту тему разговаривать, имея очень большие, как ты сказал, знания в военном деле. Да. Поэтому обязательно прислушайтесь к тому, о чем мы говорим.